Дорогие друзья, всем привет! Я всех приветствую в Канаде и всех приветствую в магазине Uniqlo. Делаю вам легкий обзор, такой небольшой обзор того, что появилось нового в магазине Uniqlo. А потом будут примерки совсем скоро, уже прямо в этом видео, так что далеко не уходите и увидимся с вами через несколько минут в примерочной. Thank you.
друзья, мы в примерочной. Давайте покажу себя. На мне платье из Зары. Ремень из Зары. И украшения тоже из Зары этого сезона. Вот сейчас на распродаже я купила. Вот такая вот красивая медалька с жемчужинкой. Я в ней, кстати, была, когда чашечки показывала. Но люблю. Голос еще такой немножко севший, но, в принципе, уже терпимо. Очень мне мешает вот маленькая примерочная, вот это вот пальто мое висит. Это, конечно, очень портит всю эстетику. Но я надеюсь, что мы как-нибудь выкрутимся и будем красивые, несмотря ни на что. Так, у меня сегодня потянуло на голубой. Вообще, голубой, по-моему, цвет сезона. Правильно же? Вот только платье зелененькое принесла, а так у меня все такое голубой монохром. Не так уж и много, но такие вещи... Ну, в общем... Такая сезон весна-лето, пока еще в основном весна, поэтому летних вещей немного. Давайте начнем пример. Так, у меня такой комплект. Юбка, рубашка и сверху вот такая трикотажная, кардиган трикотажная. Мне кажется, это не очень красиво, вот эта рубашка. Имелось в виду, чтобы она как бы... Вообще, кардиган надо было побольше размером, я взяла медиум. Это был, наверное, ларч. Ну, так он ничего, но когда на рубашку сверху, он получается как-то немножко в облегот. И вот очень много всего режет. Я, получается, такая коротенькая. Наверное, я все-таки лучше заправить эту рубашку, правда? Ну что, вот так лучше. Кстати, эта юбка, она интересная. Она, видите, она разной длины. Здесь короче, здесь длиннее. И это очень даже интересно и симпатично. Ну вот мне кажется, что вот так получше будет. Может быть, эта рубашка не самый лучший вариант для такой юбки. Я просто думала ее надеть сверху наверх, потому что в юбке здесь резиновый пояс, не очень красиво. Но если сверху надеть вот такой вот пояс, как у меня, еще можно как-то здесь что-то подзаправить, кардиганчик можно застегнуть, и будет, можно сказать, такой монохром. Рубашка как-то немножко очень получается, ну, такой офисно-деловой стиль. В принципе, сюда можно было бы какой-нибудь тул, но нет. Нет. Ну, вот так вот это выглядит все вместе. Голубенькое такое, красивенькое. Сейчас я еще попробую как-то этот кардиган подзаправить. В юбку, может быть. Но, в принципе, мне очень нравится эта юбка. Она такая красивая. Она не по $50 сейчас. Будем ждать, конечно, распродажи. Знаете, хорошо сделано. Синтетика, конечно, но... Красиво, красиво сделана плиссировка. Потому что я считаю, что плиссированные юбки никогда не уходят из моды. Я хочу вам показать эту рубашку. Я сейчас сниму. У меня есть идея насчет этого кардигана, как ее с этой юбкой носить без рубашки. Просто хочу вам ее показать, потому что она неплохая. У нее такие кармашки, ну, рукавчик. Она такая офисная, очень такая строгая, библиотекарская. Такая строгая рубашечка. Но это такой образ неинтересный. Так можно носить, конечно, но немножко так, знаете, скучно. Вот кардиган можно как-то так носить, знаете, его не обязательно застегивать, его можно просто вот так запахнуть, заправить с одной стороны, с другой стороны, сверху надеть пояс, и довольно так получается модно, симпатично. Но это надо все хорошо, аккуратненько расправить, у меня просто нет времени сейчас, но вы поняли идею, видите, намного лучше, чем вот с этой блузкой. То есть эта блузка неплохая, но ее надо, может быть, с брюками с какими-то, она довольно длинная. Мне она нравится, вот с брючками будет очень хорошо. Только, может быть, с брюками надо было размер побольше. Я взяла смол, ну, сейчас я вам покажу, все объясню, что я имею в виду. Мне кажется, вот такой вот, вот так вот, очень даже интересно, как мне нравится эта юбка. Ну и пояс мой, конечно, он из всего сделает конфетку. Зара, Зарочка. Так, рубашка эта, размер смол. Надо было, может, мне побольше. Я именно имела в виду ее заправить и... сверху надеть кардиган, поэтому я не хотела очень большую, и то она такая длинная. Вот смотрите, что у нее за состав: 70 полиэстер, 30 район, стоит она $50. Вот такая вот рубашка, довольно длинная она. Если взять медиум, она прям вообще будет длинная, наверное. Они есть разных цветов, вот это такая молочная, там, по-моему, есть еще черные, ну, в общем, как в синие, ну, такие цвета. Так, кардиган этот медиум, они сейчас на распродаже, здесь написано 49, они сейчас 39 стоят, и в нем есть 8% шерсти, а все остальное синтетика. Ну, он приятненький, мягенький, они разных цветов, есть розовый, бежевый, серый, белый, ну, в общем, разные всякие. Вот этот красивый цвет голубой.
Что мне интересно, такие юбки, это длина. Видите, спереди она короче и длиннее по бокам, и сзади она длинная. Вот такая вот интересная. Сзади она одной длины, а спереди она короче в центре, и по краям она удлиняется. Очень даже интересненько. Значит, стоит она $50, и это размер медиум я примеряла, и она, конечно, вся плестровая, но она хорошо сделана. Иногда у них бывает в Uniqlo вот эти плессированные юбки, какие-то кривые, косые, какие-то не очень. А это прям такая, знаете, аккуратненько сделана, хорошо, и ткань такая блестящая. Красиво. Так, еще голубенькая юбку взяла extra large, чтобы не обтягивала мне живот. Но вот так ничего, а в профиль видно. Ну, если чем-то прикрыть только таким свитером. Ну, вот надо прикрываться. Так это она мне в талии, даже легковато, конечно. И свитер тоже extra large. Это у них сейчас есть такие, как костюмы, не знаю, как сказать. Вот такая вот юбка. Есть они черные, бежево-молочные и такие бежево-темные, светло-коричневые. И вот такие же свитера. Интересное качество такое, знаете, как трикотаж, но такой не пушистый, шерстяной как будто бы, а такой, как будто на весну такой, менее такой зимний трикотаж, я бы сказала. Так, ну что можно сделать с этого комплекта? Надо подумать. Можно присобачить мой пояс, палочка-выручалочка. Пояс-выручалка. И тогда он вроде бы и живот у вас прикрыт, и такой силуэт более женственный, потому что талия подчеркнута. А, можно заправить его, но тогда будет живот торчать. Ну, в общем, я думаю, что идеальный вариант это носить с чем-то сверху. В принципе, мне эта юбка нравится. Вот если что-то надевать сверху, чтобы не видно было вот этого места, то очень даже симпатичная юбка. Красивый цвет такой голубой. Очень красивый цвет. Вообще у них красивые голубые цвета в этом сезоне. Вот эта юбка, вот эта штучка кофта, это кардиган, и вот этот костюмчик. Да, между прочим, он 100% картоновый. 100% хлопок. Вот то, что я хотела сказать, не зимний трикотаж, а летний трикотаж, потому что это хлопок. Стоит он $49, это был размер extra large. Вот такая вот, такой вот свитерочек. В принципе, можно с такой блузкой, такой юбку, ну, немножко такой, знаете, у нас есть амиши. Это такие люди, которые живут по своим каким-то старым древним традициям. Очень старомодно одеваются. Ну, что значит старомодно? Они одеваются, как люди из 18 века. И вот у них всегда такая вот одежда вот какая-то вот. Ну, в общем, такая. Я немножко мадам из амишской деревни в таком наряде. Так, смотрите, юбка тоже extra large, тоже $50. И тоже немножко в ней другой состав. Не больше нейлона. В ней есть, вернее, нейлон в свитере 100% катон, а здесь, видите, я без очков плохо вижу. Ну, вы видите, по-моему, 14% нейлон, все остальное хлопок. Но это имеет смысл, потому что юбка, чтобы она не вытягивалась, наверное, хлопковая. Если она будет чисто хлопковая, то вы, наверное, сядете в ней, и она на попе может оттянуться. А так, когда она немножко с синтетикой, то это может и хорошо. Видите, вот такой пояс у нее сделан, аккуратненькая, симпатичная вещь. Влезла в размер медиум, это то, что я больше всего боялась, потому что я взяла, рискнула медиум, подумала, что ларч у меня будет большой, и влезла в медиум совершенно свободно, спокойно, очень красиво сидит, очень красиво подчеркивает фигуру. Вот Uniqlo, вот эти платья у них, они имеют какой-то такой крой, ну, может, это только на меня, ну, просто вот любое платье из Uniqlo, которое я надеваю, я в нем стройная, худая, очень красиво подчеркивает талию, грудь, в общем, все очень красиво. И потрясающий цвет. Здесь есть этот поясочек, его можно завязать спереди, сзади, пуговицы полностью. И вот здесь вот есть вот такая вот, немножко это растягивается, как резинка такая, знаете. Вот. Ну, в общем, классное, конечно, красивое платье, они из разных цветов, но вы понимаете, что я зеленое, конечно, схватила в первую очередь. Вот такая красота. У нее кармашки. Шикарное платье. Очень красивое. Мне очень нравится, как оно сидит. $60 оно, по-моему, стоит. Конечно, я не буду за 60. Подожду, если вообще буду покупать. Не знаю. У меня много платьев, но оно просто очень красиво.
очень красиво сидит на фигуре, и я, в общем-то, размер medium влезла, так что я очень довольна и счастлива. Правда, красивое платье, я люблю такие. Вот этот мой фасон, это мой любимый фасон, моя любимая одежда, вот такие вот платья. Так, составчик у него 100% район, $60 оно стоит, видите, размер medium. Вот такой вот оно на пуговичках, вот здесь у него такая какая-то сделана резиночка. И здесь пришит пояс, который можно завязать спереди, можно завязать сзади. И кармашек. И пуговица до самого низу. Ну, в общем, симпатичное. Чайное платьице. Цветочек. Все, дорогие девушки, вот такие у нас с вами были сегодня примерки. Вот такие вещи из Uniqlo. Уже как бы новая коллекция, весна. Все ждут весну, прям везде-везде, на все видео на YouTube, весна-весна, ждем весну, конечно, ну, конечно, всегда, весна – это самое лучшее время года. Нет, это не за... Лето тоже хорошее, и осень тоже хорошая, но после зимы, холодной и длинной, весна, кажется, самым лучшим временем года. Все, люблю, целую, всем привет из Канады, с вами Владимир, пока-пока, бай.